Сегодня в Москву из Казани возвращаются участники Всемирной летней универсиады. Российская сборная показала лучшие результаты. В копилке наших спортсменов почти 300 медалей. Самолет с чемпионами приземлился в аэропорту Шереметьево. Болельщики благодарили всех, кто вернулся с победой. Героев встречал и наш корреспондент Николай Дубинин. Самолет уже приземлился, но пока спортсменки еще к нам не вышли, у нас есть возможность пообщаться с теми, кто их встречает, вообще детально рассмотреть, с чем они встречают победительниц универсиады. Я так понимаю, целая делегация приехала откуда? Из Берлина. Зачем вот так вот из Берлина? Встретить наших чемпионов. Болел тоже за них. А сам кем хочешь стать? Великим спортсменом по дзюдо. Папа, когда мы с ним сюда шли, он провожал меня. Сказал, может быть, я тоже буду. Попаду на универсиаду. А я предлагаю, ребята, можно прорепетировать? Полагаю, когда спортсменки здесь появятся, это будет несколько раз громче. Мы проверим это. Сборная по художественной гимнастике на универсиаде в Казани показала максимальный результат, выиграв 8 золотых медалей из 8 возможных. Мы готовились как к Олимпийским играм, потому что это было действительно так же важно, как на Олимпиаде. Потому что не хотели подвести ни болельщиков, ни тренеров, ни, конечно, свою родную Россию. Поэтому готовились очень серьезно. Чувствовали поддержку вашу. У нас самая лучшая поддержка, и все было на высшем уровне. Всего же наши спортсмены на этих играх завоевали 155 золотых. Из них атлеты из столицы выиграли 99 медалей, 60 золотых. Такие показатели у столицы. Николай Дубинин, Александр Молоденков, Станислав Черушев, Москва-24.